находится в стадии устойчивого развития. Несмотря на определенные сложности, которые создаются искусственно со стороны некоторых западных наших партнеров по отношению к российскому государству, мы чувствуем себя уверенно. Якутия в последние годы динамика набрала по росту валового регионального продукта, в среднем год по 3-4%, это для нас очень ощутимо. Очень активно инвестируется экономика. У нас в экономике инвестируется 35% объема валового регионального продукта. Это подтверждает развитие экономики республики. У нас растет доход населения. Определенные конкретные стратегические направления развития уже утверждены до горизонта 2030 года. И сегодня мы двигаемся по этому пути. Богатый регион, это никому не секрет. Все полезные ископаемые, которые есть на планете Земля, они расположены, они здесь имеются. И сегодня задача наша, чтобы их раскрутить, их пустить в оборот и создать условия развития Якутии, Дальнего Востока, в целом России. Сегодня мы в Якутии видим не только промышленное развитие, мы видим и сегодня, насколько уверенно занимаются и традиционными отраслями экономики. У нас уникальное сельское хозяйство. На планете Земля, на таких северных широтах, как в Якутии, никто не занимается ни земледелием, ни скотоводством, наряду с оленоводством, охотно-рыболовным промыслом. Поэтому уникальный сам по себе территорию, где мы сегодня находимся. Ищем разные пути, и, соответственно, в последнее время они актуальны, как никогда, для республики Саха-Якутия.